В Люберцах стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года 2023». Как и прежде, за звание лучшего в своей профессии будут бороться учителя и воспитатели. С участниками проекта познакомилась моя коллега. На этот раз местом для открытия ежегодного конкурса среди педагогов стал лицей номер 15. В актовом зале собрались участники и участницы проекта, а также их руководители и коллеги. Поддержка важна каждому, кто решился на этот смелый шаг. В этом году, как и в прежние годы, в зале, вот, который сегодня передо мной, я наблюдаю очень много молодых лиц. И это всегда радует. Всегда говорит о том, что образование идет вперед, развивается в ногу со временем. Большинство конкурсантов действительно молодые педагоги. Мария Агапова только начинает свой профессиональный путь, но уже является лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». На данном конкурсе я решила поучаствовать сама, осознанно. То есть для меня это большой толчок вверх по лестнице саморазвития. И это прекрасная возможность для профессионального роста, обмена опыта с коллегами. Вот, хочу пожелать всем удачи. В этом году за звание «Педагог года» будут бороться 36 человек, 19 воспитателей, 17 учителей. На открытии муниципального этапа конкурса каждый из них выступил с приветственным словом. На конкурс я пришла, чтобы показать, что сельская школа – это школа большой любви, тепла и заботы. Впереди участников проекта творческие задания и репетиции. Им необходимо доказать членам жюри свое право выйти в финал конкурса, который состоится в начале следующего года. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.